Что здесь происходит? Ну же, вперед! Нет, пожалуйста! Что это за птичка? Нужно поторопиться. Поехали! Не так быстро. Ну уже вперед! Сейчас эта стена упадет. Ребята, без паники. Это всего лишь вопрос времени, когда мы расправимся со Спайдерменом. Давайте позаботимся о безопасности и захватим несколько заложников. У нас происшествие, и мы нуждаемся в подкреплении. Подмога уже в пути. Не знаю, кто он, но за ним очень легко идти. Руки вверх. Тебе конец. Ты просто урод. Конец. Я тебе покажу. Тебе уже весело? Ты просто ничтожество. Будто я раньше, я могу тебе помочь. Осторожно! Я уничтожу. Может, потанцуем? У тебя нет шансов пройти. Просто ничтожество. Так значит, ты очень крут. Ты пойдешь со мной. Ты арестован. Тебе конец. Знаешь, ты не двигаться. Молчание. Извини, автографов не раздаю. Ты должно быть человек-мат, подбитое одеяло, мистер Батут. А, я понял, занавеска. Меня зовут Шокер. Я ведь говорил тебе не забывать об этом, потому что нам суждено будет встретиться. А теперь попрощайся с мистером невиновным свидетелем, сосунок. Такое, а? На помощь, что происходит? Ты должен быть более внимательным.
ним! Ты просто ничтожество. У тебя нет шансов против лучших. Тихо. Мы же не на игровой площадке, а? Ничтожество. Скажешь это судье. Конец. Я могу чем-то помочь. Даже и не ходи туда. Таким. Иди вверх. Тебе уже весело? Я уничтожу тебя. Стоять. Это последний головорез. О, кто-то сюда идет. Эти уроды наломали дров. Теперь мне нужно свести с ними счеты. Come on, boys. Ну же, парни, пора сматываться отсюда.